у ребенка счастье. Травинку там нашел. Все, скажи, наконец-то гулять можно. Ну вот сегодня у нас прям теплый-теплый день, как вчера. Сейчас еще утро, я привезла Виталю в музыкальную школу и взяла Гешу, чтобы погулять с ним. Так, Геш, стой, там сыро. Стой, подожди, я потом с грязными лапами тебя в машину. Опа, взяла Гешу, пошли с ним к озеру. Да сейчас отпущу, прямо вот уже нервничает. Отпусти меня. И вот зимой наша собака не гуляет. Ой, 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 не дала, скажи, мама, по грязи пройти. Да вот я как сейчас устряпаюсь, как поросенок буду. Довольный, прям бежит, такой счастливый. Я вчера хотела с ним погулять, но нам, ну, не получилось, пока мы с Виталией там все вот эти процедуры с очками провели, пока выбрали туда-сюда. Приехали, я хотела что-нибудь вкусненькое мальчишкам приготовить, но мне Юра позвонил, говорит, все, я еду с работы, мы сейчас поедем на велике кататься. Посмотрите, что творится. Ой, ой, не могу. Что за поросенок? Сейчас тебя мыть придется. Ой, довольный какой, я не могу с него. Обработала его от клещей. Дала таблетку, кто помнит, я заказывала симпарику, которая пришла нам на китайском языке. Ну, в общем, дала эту симпарику. Надеюсь, что это рабочие таблетки. Вот. Посмотрите, что он творит. Это я не могу вообще с него. Это что такое? Ой, наконец-то, скажи, земля, а не снег. Довольный прям вообще. На улице так классно. У меня столько планов, прям громадье планов на сегодняшний день. Но, наверное, мне не удастся их все реализовать. А может и удастся. А надо, конечно, приготовить, но это ежедневная рутина наша женская. Записалась на автомойку, хотя впереди опять дожди и снегопад. Ну, как снегопады? Снег с дождем будет. То есть сыро будет. Но все равно машина очень грязная, ее надо помыть. Хотела помыть балкон. Я, кстати, уже прогенералила, получается, комнаты. Ну, я когда генералю весной, то есть в круг все отмываю, и окна, и шторы, и потолок, и люстры, и все на свете. Ну, так как я сейчас в основном дома, не в основном, а я же не работаю, то, в принципе, я постоянно и окна протираю, все, но все равно весенняя уборка, она как бы отличается. Вот, остался у меня неотмытый балкон и окно на кухне. Хотя окно я тоже, в принципе, регулярно протираю. Шторы я стирала после новогодних праздников. Но все равно надо все освежить. Вот. Хотела помыть сегодня балкон, но записалась на автомойку на час дня. Поэтому не знаю, посмотрим. Бывает, быстро машину моют, а бывает как-то долго. Так что, если что, еще в планах вот у меня балкон. Да что такое-то, боже мой! Как хорошо на улице, классно. Неохота, чтобы снова была вот такая погода. Ну, снег, дождь, не хочется. Хочется уже все, чтобы стремительно дальше продолжалась весна. В этом году вообще много где аномально теплая стоит погода. Но у нас тоже весна началась. Ну, как-то вот хотелось бы, чтобы прямо все. Чтобы уже стало тепло и больше не было холодных дней. Ну, это Урал. Посмотрите, что этот поросенок делает. Поросенок! Тебя как домой-то везти? Боже мой! Боже мой! Ой! Посмотрите, качу! Ой! Он у меня вообще-то молчун, он редко там какие-то звуки издает. Может так подрыкнуть, но чтобы лаял, это исключение. А тут аж, смотрите, качу. Ой! Заземляется мальчишка-то мой. Слушайте, ему весело и мне весело. Там, вон, видите, у нас уже озеро все без воды. У Геши, как и у меня, самое любимое место в нашем городе, это, конечно, озеро наше. Он тут обожает гулять. Летом сейчас, ну, тепло станет, мы с ним возобновим пешие прогулки. У нас еще все равно вроде бы и как бы и чисто, не надо там прям так внюхиваться. Вроде бы и чисто, но, ну, много где еще все равно приходится, знаете,
через грязь проходить, поэтому пешком мы сюда пока еще не ходили. Выходили, тут гуляли недалеко от дома, и Геша как-то не особо гуляет там. Побаивается шума машины, все такое. Ну, зиму парень просидел, не хочет и все гулять. И рыбаки, вот нельзя уже на лед выходить, но выходят. Не знаю, видно вам или нет. Пойдем на смотровую, выйдем площадку с тобой. Ветерочек. Вчера с Юрой так накатались мы на велосипедах. Я даже сегодня опухшая утром была, потому что... Смотрите, что обмотался. Обмотался? Вокруг дерева. Опухшая была, потому что дул ветер. Как это у меня тут застряло? Дул ветер очень сильный. Так-то тепло, все как бы это... Но из-за того, что дул ветер, обдуло мне голову, глаза. И немножко вчера вечером голова заболела. Ну, еще, знаете, целый год все-таки я просидела активно. Ну, не занималась ни спортом, ничем. Вот эти точки на льду, точки, это рыбаки сидят. Вот, не занималась ни спортом, ничем. И тут раз мы проехали. Ну, так, мы хорошо с Юрой покатались. Я, конечно, сегодня встала как китаец. И патчи даже не помогли. Да вы посмотрите на моего парня. Ой, ой, игрулька мой. Довольный. Обматывается вокруг деревьев. Вот счастье-то у кого. Вот у кого счастье-то, полные штаны. Деше надо обновить гардероб. Он у нас все стал уже полноценным взрослым пёселем. Из многой одежки, которая была куплена, даже с учетом немножко на вырост, он из нее нельзя всякую фигню собирать. Он из нее повырастал. Поэтому надо ему заказать что-то новенькое. Сейчас вот туда взгляд перевела. Там... Ну-ка, нельзя. Что ты там нашел? Какую-нибудь рыбью кожу? Что это такое лежит? Нет, не рыбья кожа, просто мусор какой-то. То он может схватить какую-нибудь рыбину. Видите, рыбаки сидят. Вот как люди не боятся? Много их так. У нас ввели с сегодняшнего дня. Сегодня у нас 5 апреля. В общем, нельзя жечь костры. Как она? Пожароопасная. Не помню, как правильно называется. Ну, в общем, все, костры жечь нельзя. У нас вчера кто-то целый день, там у нас рядом частный сектор, и целый день в частном секторе прямо что-то жгли. Ну, мусор, видимо, прибирают участки, мусор жгли. Такая вонища, окна открыты, и прямо весь запах в квартире. Приехала на автомойку, моют мне сейчас машину, и знаете, так бойко люди переобувают уже колеса на, ну, на простую резину, с шипов на обычную резину летнюю. Не знаю, мы что-то пока еще не переобуваемся, ну, у меня Юра этим занимается, я вообще как бы даже не вникаю, как муж скажет, как сделает, так и сделает. Друзья, у нас следующий день, и смотрите, какая у нас температура. Плюс 1 градус. Ой, какая-то пыль, это, видимо, с окна у меня налетела пыль. Даже плюс 1,8 уже стало. Хотя солнышко, я приготовила сырники мальчишкам. Такие вот сырники. Вот у меня камера, она почему-то затемняет. Прекрасного цвета сырники, но мой iPhone делает их черными. Поэтому я в одном из роликов, когда делала оладьи, я даже выставила там фильтры, потому что, ну, получились как будто горелые оладьи. На самом деле, ну, совершенно не такой цвет. Так, попробую свет включить, что-то поменяется. Вот он более в темный цвет их как бы уводит, и все. Нашла классный рецепт сырников. И там идет маленькое количество сахара. И в конце нужно присыпать сахарной пудрой, чтобы она впитывалась в сырники. И вот такую штучку купила. Мальчишкам понравилось. Ну, Виталий еще не пробовал, Юра попробовал, говорит, вкусно. С
собрались с Юрой сейчас ездить в Екатеринбург. Мне нужно купить краску для волос, покрасить волосы. Специально сегодня не мыла голову. Еще знаете, когда что-нибудь жаришь, паришь, что это такое у меня? Когда что-нибудь жаришь, паришь, волосы вообще становятся такими несвежими. Сейчас все аккуратно выглядело, лаком не хочу пользоваться. Я вообще не очень люблю лаком прическу фиксировать. Ну, только иногда пользуюсь лаком для волос. Вот. Съезди. Меня, кстати, зрительница спрашивала по поводу того, каким красителем я крашусь и где я его беру. Сейчас вам все покажу, где покупаю. Я постоянно показываю. Понятно, что человек где-то видел, мелькало в роликах, а когда сам захотел приобрести, и ролик уже этот не найдешь. И, в общем, вот, покажу сейчас. На Уралмаше я покупаю. И хотим еще с Юрой, может быть, в зоомагазин заехать. Уже так-то время 4:30 доходит. Сейчас бегала сегодня на Валберес. Иду, и, значит, на втором этаже, такой же дом, как у нас, на втором этаже мальчишки вылезли за балкон, представляете? Ну, то есть балкон, они за балкон вылезли. Там как небольшой такой уступ у плиты, получается, у балкона. Представляете, они встали на него. Они на него встали вдвоем, каждый со своего окна. Что? Мальчишки, сейчас рядом дом с нами, такая же пятиэтажка. Два мальчишки вылезли на балкон, лет по 10, пацаны. На балкон вылезли, встали, у нас вот нет такого выступа, я не знаю, как у них, что за остекление такое. Ну, сейчас взгляд перевела у соседнего, вот там у соседей тоже есть такой выступ. Ну, видимо, такое остекление, небольшой выступ, они, представляешь, встали, вот так присели и ржут там. Мне чуть там сердцем плохо не стало. Я говорю, так, что здесь происходит? Мы в прятки играем, они раздетые, ноги босые, представляете? Раздетые оба этих пацаненка. И кто-то на балконе еще слышу хихикает. Мы, говорит, в прятки играем. Я говорю, быстро обратно залезли домой. Говорю, сейчас я вашим родителям сообщу, вы что, попадаете здесь? Вот на такой выступ они встали, видишь? Ну, как-то вот так вот сделано в том доме. И стоят, присели еще вот так, одни ручонки там. Ой, вообще, ну они, правда, это сразу же обратно нырь. Я думаю, вот засранцы, родители-то не видят. Ой, вообще. Девочки, вот кто спрашивал, вот Проф Хаус. Здесь магазин и студия красоты. Это Ильича Победы, получается, перекресток. Вместе, да? Давайте. Вот такой краситель я покупаю. Это самый мой любимый тон. Получается 45 грамм у меня идет расход на корни волос. Но в этот раз, наверное, немножко побольше я хочу использовать, потому что волосы у меня погуще стали. И красочки надо, наверное, увеличить. И оксидант я использую 12% этой же фирмы. Здесь написано 1:2. Видите? Кто-то любит 9% оксид, но я, исходя из своего парикмахерского опыта, могу сказать, что 12% оксид с этим красителем, во-первых, работает лучше, во-вторых, он гасит аммиак. Вот магазин прекрасный, этот любимый мой. Здесь эта краска, кстати, стоит дешевле, чем в других магазинах. На Валберес и на других маркетплейсах я не рискую заказывать, потому что боюсь наткнуться на подделку. Если еще уход, я не думаю, что сильный вред нанесет. Если там закажешь, и уход окажется не оригинальным, то с красителем осветляющим все гораздо серьезнее. Можно остаться без волос. Я пошел водочку посмотреть. Зашли с Юрой в Пятерочку за продуктами. Смотрите, какие макароны появились.
символикой пятерочки. Макфа. Ой, накупили тебе всего. Вот первый пакет. Пойдем смотреть. Пойдем посмотрим, что накупили тебе. Ой, что тебе тут накупили. Ой, давай смотреть. Ой, накупили. Всякого накупили. Смотрите, что-то ищет. Вот костюм новый купили. Костюм купили. А еще что? Вот он ее сразу нашел. Игрушечку. Игрушечку нашел. Девочки, купили такой вот костюмчик в Зоотрейде. Такой тепленький, лохматенький. С такими вот ушками. Будем мерить. Пойдем мерить. Это мы ему вот такую оставляем. Такое вот гнездышко вот так складываем из Виталиного пледа. И Геша у нас вот здесь лежит, ждет нас, пока нас дома нет. Набрали Геша всяких вкусняшек. Корм купили. Гешенька, покажись. Ой, какой костюм красивый, тепленький. Хвост прижал. Ты что хвост прижал? Никто у тебя ничего не забирает, дурында. Дурында, никто ничего не забирает. Угостили Гешу сейчас вкусняшкой рыбьей. Он же любит рыбу у нас безумно. И мы вот купили ему такую специальную собачью консерву с рыбкой. Смотрите, что творится. Как вкусно, скажи, мама. Там надо... уж нет ничего давно. Да, он... да я ему дала-то чуть-чуть. Попробовать, как он перенесет. Ой, вкусно, скажи, эти все уделал, да, свои отчесы. Надо помыть их будет. Но... костюм классный вообще. И этот костюм, причем он стоит недорого. 450. Нет, он не 450. Это он 459, это он стоит оптом, а 551 в розницу. Но у него очень такое качество нежненькое. И на Гешу он сел так приятно, хорошо смотрится. Как раз вот сейчас вот ходить. То он у нас вырос из всего. Ой, вкусно как. Вот это вкуснотищу дали тебе. У нас уже поздний вечер. У меня покрашены волосы. Результат я покажу уже в следующем ролике. На этом с вами буду прощаться. Всем спасибо, что смотрите мой канал. Подписывайтесь на Дзен. Всем пока.